Из-за угрозы взрыва днем была парализована работа аэропорта немецкого Штутгарда. Сообщение об опасности поступило от экипажа самолета авиакомпании «Bulgaria Air», который направлялся в Варну. Борт еще находился на взлетной полосе, когда якобы один из пассажиров заявил, что слышал, как кто-то угрожал подорвать самолет. Двух подозреваемых задержали, их уже допрашивают. По данным немецкой прессы, у них был подозрительный багаж. Полиции пока эту информацию не подтвердили. Сразу же после сообщения об угрозе пассажиров и экипаж, а это порядка 180 человек, эвакуировали. В аэропорту отменили все рейсы.